Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы находимся, видите, немножко в другом интерьере. Последний раз мы разговаривали про интерьер и экстерьер. Но это касалось основного здания, которое строится будет. А в данном случае мы находимся сейчас в кабинете. Кабинет носит название ОКС, отдел капитального строительства. Раньше здесь была мастерская, лаборатория, но сейчас сделано немножко косметический ремонт и оборудовали его для работы инженерного персонала, конструкторов, технологов и так далее. Но пока это ОКС, отдел капитального строительства. Здесь будут располагаться сотрудники, которые будут контролировать строительство, заниматься вопросами строительства. Документация будет здесь собираться, все в одном месте. Ну, это обусловлено временем и теми задачами, которые перед нами с вами стоят. Вот. Ну, сейчас передо мной папочка лежит. Но мы не у Якубовича на поле чудес. Это не студия, а рабочий кабинет. Поэтому, ну, наверное, в этот раз не будем загадки делать и ставки делать, что находится в этой папке. А в этой папке находятся документы, достаточно свежие. Те документы, которые в силу ряда обстоятельств, подписание которых было отложено на длительное время, но тем не менее они, эти документы, подписаны. Не пришлось даже того срока полтора месяца ждать. Там, ребята, команда сработала очень хорошо. Переговоры завершились тем, что у меня сейчас вот в руках документ. Вот сопроводительное письмо от Технополиса Москва, в котором написано, что в этом пакете находится для подписания договор аренды земельного участка и приложение к договорам в трех экземплярах. Вот, я думаю, видно. Вот, эти документы подписаны. Непосредственно сами договоры, вот они находятся, и акты передачи земельного участка. Все это подписано с нашей стороны. Значит, в понедельник они будут отправлены в Технополис Москва. Ну, вот, видно, вот тут я могу показать, вот есть выписка с ЕГРН, видите, с печатями, со всеми остальными делами. Здесь вот находится, здесь можно даже посмотреть, вот он, план участка приводится. Вот, ну и после того, как это все будет подписано, вот оно, видите, да, вот особая экономическая зона Зеленоград, все подписано, договор. После этого все эти документы будут направлены на государственную регистрацию. Для того, чтобы мы уже могли дальше двигаться, нам нужно целый ряд документов будет получить о регистрации этого участка и всех остальных сопроводительные. И мы двинемся дальше. Поэтому, что бы там ни говорили доброжелатели, наши добрые, наши почитатели, оппоненты, ну, документы говорят обратно. Вот. И, соответственно, после праздника, как мы говорили на вебинаре, мы начинаем завозить на площадку стройгородок. Это бытовки, временные сооружения, временное оборудование, которое необходимо для начала строительства. Но это не само строительство будет еще. До строительства нам надо будет проект сдать на всевозможные экспертизы. Это и градостроительная экспертиза,
и противопожарная экспертиза, по экспертизу пожарников, и по охране окружающей среды, и так далее, и так далее, и так далее. Только после завершения всех этих экспертиз можно будет получить разрешение. Но это событие, я думаю, тоже не за горами. Поэтому мы все ближе и ближе к тому моменту, когда начнется строительство. Многие говорили, будет ли, спрашивали, интересовались, будет ли установлены веб-камеры на строительной площадке, чтобы можно было смотреть в реальном времени. Ну, давайте к этому вопросу вернемся тогда, когда стройгородок будет смонтирован, потому что пока что и устанавливать веб-камеру некуда, ничего там нет, не находится, пока что и подключать некуда и так далее. Да, целый ряд технических вопросов. Поэтому, когда техническая возможность появится, тогда мы этот вопрос и рассмотрим с вами. Ну, затем у меня информация вся. Пирамида растет. Вот эта папочка ляжет еще. То ли снизу, то ли сверху. Я не знаю как, но куча документов становится, пирамида документов становится больше, больше и больше. В этом помещении видно, сколько здесь отведено для размещения этих документов. Плюс ко всему есть архив, целый склад и так далее. Бумажная работа ведется, пирамида нарастает документально, материально и нематериально. Вот. Ну и скоро уже наступит тот момент, когда все это начнет реализовываться в виде основного объекта. На этом все. Благодарю за внимание и до новых встреч, до новых роликов, до новых сюжетов. Ну и до новой интересной информации. Ожидаем всеми. Спасибо.